моя мама Наташа. Добро пожаловать на наш канал. И мы здесь собрались для того, чтобы снять вторую часть челленджа. Откуси, лизни или ничего не сделай. Думаем, что вы знаете уже правила игры. Но для тех, кто не знает, мы хотим рассказать. Каждый будет выбирать свое действие. Откусить, лизнуть или ничего. Кому повезет? Продукты будут разные. Вкусные? И не очень. И даже совсем не продукты. И мы опять испытаем свою удачу. Так кому же сегодня повезет? Смотрите, и вы узнаете. А перед тем, как мы начнем, мы сделаем паузу 5 секунд. Для тех, кто еще не подписался. Нажмите на красную кнопочку под видео. Отчет пошел. 5, 4, 3, 2, 1. Подписались? Спасибо. Ну что, играем? Играем. Складываем наши листочки. Мы готовы. Несите нам первый продукт. Первый продукт готов. Выбираем действие. Лизни! Что же мы будем кусать и облизывать? О, Алина как раз любит такое. Это у нас колбаса. Ну, пожалуйста, приступай. Как раз тебе повезло. Куда штука? Ого! А мне надо будет лизнуть. Вкусная колбаска? Облизывается. А я тоже буду облизываться. Любимая колбаска. Я только ее лизну. Это не тяжело. Я бы даже откусила. Но у меня лизни. Итак, что у нас здесь в коробочке? Открываем. Это сгущенка. Будем выбирать действие. Хоть бы мне лизнуть. А мне? О, тебе повезло. Нет, не лизнуть. А мне ничего. А я так люблю сгущенку. Я не могу смотреть. Я очень люблю тоже сгущеночку. Я как котенок. Все? Нет. Хватит. Опять добралась до сгущенки. Вы уже, наверное, знаете по предыдущим видео, что Алина наша очень любит сгущенку. Кстати, так же, как и я. Складываем. И нам уже принесли следующий продукт. И что там? Ну, смотри сама. Давай. Так. Ух ты, здесь апельсинка. Опять? Сквиш? Давай попробуем. Нет, уже не сквиш. А давай посмотрим, что мы будем с ней делать. Смотреть на нее мы будем. Я беру. Ой, хоть бы мне повезло, хоть бы мне повезло. Лизни! А мне ничего? Мне кусать с помадой. Не повезло. Так, давайте. Ложи и сразу перемешиваем. Как мне же ее укусить? Куда же ее кусать? Прям со шкуркой. Не подглядывай. Как мне ее укусить? Там не сказано, что надо кушать. Я просто ее откусила. Молодец. Погнали дальше? Давай. Ну, что же там нам принесли? Это я. И что с ним делать? О, какой! О, какой! Можно я посмотрю? Ух ты! О, какой он страшный, как настоящий! Ой. Давайте мы посмотрим. Я его шух!
Берем ведро, выбираем действие. Что бы ты хотела? Ничего, ничего. Нет, у тебя будет укуси. Нет. Откусить. У тебя будет. У меня будет. Ребят, ничего. Давайте, если у мамы попадется укусить, вы поставите лайк. Выбирай. Давай, я выбираю. Так, что у меня? Я боюсь, друзья, поддержите меня лайком, пожалуйста. У меня ничего. А я за тебя укушу. Давай. Друзья, давайте я ее укушу вместо этой ящерки. Алину. Нет. Не хочу кусать. Надо, мама, надо. Она уже тебя ждет. Она не хочу. Я не хочу, чтобы меня кусали. Я убегу от вас. Я закрою глаза, можно? Только не укусать. Можно лапку, а можно лапку. Просто укусить надо. Куда кусать? Я убегу от вас! Вы меня хотите съесть! Такого я еще не кусала. Ты его жалеешь? Покусанного. Он уже тебе волосы выдирает. Перепуга. Ну давай, я уже укусила ящерку. Следующий ингредиент. Готова? Готова? Да. Что нам принесли? Какой? А, какой? Это лук. Хоть бы мне вот этот раз повезло, кто мне постоянно не везет. Выбираем действие. Давай. Так, интересно. Кому что? Лизни! Я уже готова радоваться и прыгать. Ура, мне ничего с луком не надо делать. А мне просто лизнуть, а не кусать. Давай. Складываем. Держи. Мой лук. Кстати, она любит лук. Не очень. А, она любит чеснок. Точно. Чесночка не принесли, принесли лучок. Давай, кусай. Кусай давай. Не кусай. Она хотела же укусить. Кусай. Кусай. Да хватит же, я поблизывала полностью. Я ничего. Ну как, язык не печет? Точно? Надо было серединки и тут лизнуть. А лук полезный, ребята. Следующий продукт, ты готова? Да. Убирайте этот лук, принесите нам следующий продукт. Вот нам принесли следующий продуктик. Ты что-то там увидела? Да. А я еще нет. Давай посмотрим. Это рыбка. Рыбочка. Рыбка вкусная. Выбираем действие. Что мы будем делать с вот этой рыбой? Подожди, не тот. Давай. Я перемешиваю. Ну ладно. Хоть бы укусить. Хотела ее обхитрить. Ничего. Опять мне кусать рыбу, как эту ящерку, за хвост или за лапку? Тут лапок нету, понюхай и ничего не делай, а я буду ее кусать. Все, ты видела? Солененькая, укусила я ее. Ты видела?
Ты засчитала мне? Да. Итак, сделала. Несите нам следующий продукт, ингредиентик. Итак, друзья, у нас последний продукт. Что у нас там такое? Большое оранжевое. Не открывай. Не открывай. Да? Не открывай. Открывай. Не дам. Не дам. Не дам. Ну, давайте посмотрим. Посмотрим? Да. Открываем. О! Это что мы с ней будем делать? Пускай она полежит. Полежи, пожалуйста. Выбираем действие. Что бы ты хотела? Ничего. Так, смотрим. Ничего. Ничего. Ну что это такое? Друзья, поддержите нас лайком. Ах. Как мне ее кусать? Она не хочет, чтобы мы ее кусали. Я сегодня уже столько всех перекусала. Ладно, кусай за ушко. Оторвала ушко. Я шучу, не оторвала. Опять мышца. Друзья, наш челлендж подошел к концу. Мы сегодня накусались, наоблизывались и ничего не делали тоже. Кому повезло? Мне повезло, наверное. Я сегодня много покусала. Если вы поставите нам лайк, мы сыграем третью часть, и она будет еще интереснее, с загадками и сюрпризами. И, наверное, с Сережиком. Если видео вам понравилось и настроение у вас хорошее, ставьте лайки. Мы всех вас любим и надеемся, что это взаимно. Хорошего вам настроения, всем счастливо и всем пока! До новых встреч!